Всем здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Семянева, и я шеф-кондитер. Сразу же у меня к вам вопрос. Любите ли вы свеклу так, как люблю ее я? В любом виде. В салате, во втором блюде, либо в десерте. Да, именно в десерте, например, в торте. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления торта со свеклой. Первым делом займемся свеклой. Я ее натерла на терке, и теперь ее нужно пюрировать с добавлением растительного масла. По желанию вы можете использовать либо растопленное сливочное, либо оливковое. Далее взбиваем яйцо с добавлением сахара и соли до пышной плотной пены. В яичную массу добавляем свеклу и хорошо перемешиваем, при этом стараемся делать движение снизу вверх, для того, чтобы наша масса не опала. Естественно, помним, что при работе с бисквитом вся посуда, в которой вы взбиваете и которой вы перемешиваете, должна быть максимально сухой, потому что если попадет вода, бисквит может не подняться. В отдельной миске смешиваем все сыпучие ингредиенты. В нашем случае это пшеничная мука, имбирь, разрыхлитель, сода и какао. Когда тесто более плотное, я предпочитаю использовать смесь из разрыхлителя и соды, тем самым ваш бисквит получится более нежным и пышным. Ну и после в яичную массу вводим сухие ингредиенты. Бисквит перекладываем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Пока выпекается свекольный бисквит, приготовим аж целых два вида крема. И первый это ванильный, классический, а второй это крем с добавлением свеклы. Для приготовления первого нам необходимо смешать творожный сыр, соответственно сахарную пудру, сливки 33%, ну и пару капель ванильного экстракта. А для приготовления второго крема нам также нужно смешать творожный сыр, сахарную пудру, сливки 33%, но еще мы добавим свекольный сок, сок лимона, ну и также несколько капель ванильного экстракта. После того, как бисквит отпекся, убираем его с пергамента. Для этого накрываем его вторым листом, переворачиваем и первый лист, на котором он выпекался, просто снимаем. Ну и далее вырезаем необходимую нам форму из полученного бисквита. В моем случае это будут прямоугольники. Убираем бисквит до полного остывания, а с обрезками можно приготовить другой десерт, к примеру, трайфлы. Ну и после того, как бисквит остыл, а крем готов, переходим к сборке. Для этого просто выкладываем бисквит, промазываем кремом и повторяем процедуру. Ну а сейчас сделаем крем с эффектом омбре. Для этого нужно просто смешать остатки крема, поочередно выдавливая его в другой мешок, в котором уже есть насадка.
Необычный тур для ярких впечатлений и приятных встреч. Согревайте друг друга вкусными эмоциями и приятного вам аппетита!